Сегодня, 5 февраля, завершилась гонка скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, 3-кратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезия Хаук. Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева, а она отстала от победительницы на 30,2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер с отставанием 30,5 секунд. Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, занявшая 11 место, Юлия Ступак с 24-м временем и Анастасия Рыгалина на 8-й позиции. Отметим, что на Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также участвовала на сегодняшних соревнованиях и заняла 19-е место. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!